Сегодня Ольга Полякова считается одной из самых запоминающихся и востребованных знаменитостей в Украине. Однако говорить о своей личной жизни она не любит. И на ее странице в Инстаграм не найдется фотографии с супругом. Как известно, муж Оли Поляковой – успешный бизнесмен Вадим. И он старше своей жены на 15 лет. В январе 2021 года Ольге исполнилось 37 лет, а ее мужу сейчас предположительно 52 года. Также в одном из интервью певица рассказала, что муж ниже нее на 4 сантиметра. При том, что рост певицы 180 сантиметров. Супруги познакомились в 2003 году на дне рождения Вадима. Тогда бизнесмен отмечал свой день рождения и заказал на торжество певицу. Этой певицей оказалась Ольга. Уже позже Вадим признался, что влюбился в свою будущую жену с первого взгляда. Он узнал где-то телефон артистки и на следующий день позвонил ей. Сначала их связывали дружеские отношения, а через несколько месяцев эти отношения переросли в романтические. И на то время Вадим был не свободен. Но он ушел к Ольге, оставив дом и все имущество гражданской жене. Детей у него не было. Сейчас же у Оли Поляковой и ее мужа двое детей – Маша и Алиса. В интервью певица рассказывает, что муж очень бережно к ней относится и что он самый близкий ее друг. Поскольку Вадим не публичный человек, то биография мужа Поляковой не предается гласности. И на фото с женой и детьми его можно увидеть крайне редко. А у меня на этом все. Услышимся!